Доброго всем утра. Доброе утро. А мы идем сейчас не на завтрак. Мы сначала идем гладить рубашечку. Помните, Наташа в Дубае мол купила? Моль. Иди, Наташа, моль. В моле иди. Иди. А это я с патчами. И патчи под мою вышиваночку, которую я во Львове купила. Тут, наверное, закроется дверь. Ладно, идемте проверим глаждибельность. Классно мы поспали. Поспали 12 часов. Поспали. Как всем упали, так вот 6 с чем-то. Тут кондиционер дует. Наташа изучает возможности утюга. Я просто приближу. Ну, наверное, все люди спят. Но одна женщина, итальянка, видимо, орала в 9:30. Какие-то слова нехорошие. Польские такие. Она по телефону подготовила. Так, все, Наталенька сейчас гладит рубашечку. Потом уже включимся, когда будем идти на завтрак. Ну что, доброе утречко. Наташа в поглаженной рубашечке, я в вышиваночке. Все, следуем на завтрак и будем показывать вам завтрак в этом замечательном отеле. Готовьте вкусняшки. Но не могли пройти мимо этой красоты, посмотрите. Ой, точно, Алиса в стране чудес, класс. О, ты же хотела себе гойдалку. Вот тебе гойдалка, смотри, мечты сбываются. Что я хотела? Гойдалку, качалочку. А, так это ж крутилка. Подожди. Удобно, слушай. Прикольно, удобно. Удобно, удобно. Вышли из лифта. Ну да, красота. Смотрите, помните, Алиса, все в картах было. Класс. Реально красота. Ух, вон вокзал прям. Мы вам показывали вчера это строение. Красиво, сейчас более близко. Вообще класс. Ну что, Наташа, идем показывать? Идем, пока не покажем. Так, смотри, такие соки очень густые, по-моему. Прям посмотри. Похоже на натуральный. Ага. Надо отпить чуть-чуть, попробовать и вернуть стаканчик назад. Дальше чашечки. Ой, кофе натуральный. Чай натуральный. Добрый ранок. Люди очень вежливые, так отходят, и чтобы показали все, что есть. Ну давай сейчас. Так, это все вот, это то, что я люблю. Всякие кашки такие и мюсли. Да, сделано классно, вот так вот. Добрый день, добрый день, добрый ранок. Огурчики. Огурчики снова солененькие есть. Семечки, курага, черносливы, орешки. Давайте уменьшу. Селедочек. Помидорчики, салатики, паштетики. Да. Польский завтрак, это вкусно. Помните в Матейко? Боже, я сейчас только сообразила, что мы таки в Польше. Оливьешка есть, кстати. Наташа, оливьешка есть, вот 5 салатиков. Класс. Очень вкусные нарезочки. И я надеюсь, что вкусные. И мясо, и сырок. Какие... Смотри, Наташа, тут прям сделали уже йогурт. Я вот такое попробую. Прям йогурт уже сделан. Так это с этой, с какой-то чья, еще с какими. Ага, с какими-то семенами, а действительно. Вот желешка. Желешка. А вот снова йогурт. Вот снова йогурт и сырнички вот эти. Боже, все. Прощай, форма. Две кухни. Ага. Чтобы не было очереди. А зал большой. Зал большой. Зала хватает. Две кофемашины. Чаек кому надо. Так, ну так с этого стороны я показала, да, вроде да. Что? Не, я хочу показать, знаешь, что надписи у салатов. А, подожди. Мы не со стороны зашли. Да, ну мы просто зашли. Значит, этот коттедж чиз, это творожный салат. Очень вкусный, кстати. А, этот непонятный. Этот нет. И этот а это просто салат сезоновый, а это оливье не поставили. Ну, я уверена, что это оливье. Да. Вот. Я говорила, надо быстренько. Давай быстренько тут, а потом давай тройку. Божечки мои. Ты больше же как масло. Кетчуп, масло лежит, горчица, много оливок и других салатов. Вообще, господи, это просто. Помидорчики, огурцы. Мама дорогая. Это сушеные томаты вместе с брокколи. Сушеные томаты прилично стоят, чтобы боже, понимали. Боже, боже. Это какой сыр. Вот такой творожок, виноград. Дальше идет такая цветная капуста. Салатик с оливками. Это виноград с оливками. Ой, с оливками, господи. Виноград с сырком. Грейпфрут очищенный, апельсин очищенный. Арбузы и такие арбузы. Так, идем вон туда, красивые.
уже люди на завтрак идут, ну правильно, надо же потом и взрослых смотреть вообще, да? Прикольно, надо будет попробовать. Давай посмотрим, что тут. Давай смотрим, что тут у нас есть. С сосисками. Ой. Печень? Печеночка. Нет, это кровянка. Сокровянка. Мне интересуют какие-то вкусы. Да, здесь сокровянка. Вот мужчина приподнял колбасу, вы видели. О, дякую. Сосиски. Грибочки. Грибы. Обалдеть. Эта концепция не очень удобная сейчас. Еще варианты сосисок. А, ну, так, вот эти вот. Сосиски, о боже, варианты сосисок. Вон это вот все сосиски. Это яичница такая, это яичница вот такая. Ой, круто. Потом с беконом. Это чистая, там с беконом. Сойдем где-то сядем. Уже очень хочется сесть и покушать. И тут такой выбор, блин, ну классно, что могу сказать. Да, мы надеемся, что очень хорошее место, чтобы кондер не дул. И будем начинать наш завтрак вместе с вами. Сели в дальней части зала, тут теплее. Кондеры так не дуют, так. Вот мой наборчик, смотрите, булочка, взяла яичницу, сосиску, два кусочка моцареллы. Ну, посмотрим, конечно, за добавкой сходить можно. Сок апельсиновый себе и Наташа взяла. И тут у нас, значит, здесь, конечно, оливьешки, две ложки, паштетик, семечки взяла, соленые огурцы, ветчинка и колбаска. Честно, сыра мы вчера наелись, весь день ехали и ели сыр. Ух, тут Наташин набор, конечно, интереснее. Яичница и салат из цветной капусты такой, и из брокколи, и там тот, который виноград с моцареллой был, и бурячок, и печенка, и сосиска, и яичница. Вот, ну попробуем, как оно будет. Интересно. Думаю, что будет вкусно. Сейчас оглядываюсь, вот это вот красивое здание вокзала. Все, обращаю на него внимание. Ну, как в сказке. Алиса в стране чудес. Тут постоянно Алиса. Все с Алисой связаны, и карты эти, и все. Прикольный такой отель, действительно. А ну, покажи, Наташа, еще тарелочку принесла. А ну, оливье, огурчики малосольные, огурчики такие. Вот, еще селедочку взяла, не знаю, какую паштетик взяла, и два вида салата. Ну, молодец, Наташа, так нормально. Да, какая-то бедненькая тарелочка, но я же могу еще вообще пойти. Вообще не знаю, что ты... Что ты вообще пришла? Да иди спи. Так, я... Да, что, давай. Подожди, я уже съела. Яичнику не дождалась. Наташу здесь хотелось. Да. Ну, вот вкусно, честно, вкусно. Столько не можно чекать. И сок вкусненький. Сок натуральный, да? Да. Пахнет вкусно. Я не ем селедку. Я ем только твою замаринованную, чтобы не пахло. Очень шикарно. И ты ответила, что пахнет вкусно в ресторане. Ну. Чисто, вкусно пахнет, запах хороший. Потусторонних запахов нет. Угу. Меня еще очень интересуют салатики. Ну, вообще, будешь пробовать и рассказывать. У них тут вяленых помидоров. Сейчас съем, а то это с набитым ртом. Много вяленых помидоров, да? Угу. Но это... Ну, смотри. Это хорошо, в этом салате вяленые помидоры. Да, в этом салате вяленые помидоры. Вот в этом. Наташ, ну ты поешь вяленых помидоров за эти несколько дней, что мы здесь. А ты три варианта салата взяла, да? Ух, два. А, два. Нет, один сыр. Творожный, один какой-то еще. Вот они два лежат. Разве нет? И смотри, вот и оливьешка. Очень вкусно шампиньоны. Вот эти вяленые томаты, кукуруза. И, по-моему, все. И укроп. Ну, мне нравится, что ты вот все любишь попробовать. Ну, молодец. И вот этот их майонез. Я всегда пробую шепот. А вот это что-то с макрелью. Намазка было написано. Типа. А, это намазка, это не салат. Понятно. Солененькое что должно быть, да? Шикарно. Очень вкусно. Это я как шпрот, если честно. Это аромат шпрот вместе с сыром, с яйцом и укропчиком. И что-то, ну и майонез. А, еще и горчица. Да, чувствую горчицу, но вот это вот дижонская. Очень смачно. Я хочу малосольный попробовать и соленый. Давай. Сейчас это 7 с чем-то утра, людей мало, слава богу. Думаю, что... Ну как? Ты малосольный взяла или какой? Малосольный. Вот. Это я думала, это свежий, это малосольный. Нет, они все это в соленьях лежали. Что я взяла соленые себе.
А ну давай соленые. И отличия, отличия. Это маринованные, это не соленые, это маринованные. Очень вкусные. Они умеют делать. Что еще попробовать? Салат оливье попробовать, азбуряком, вот это вот, печеночку. Это не печенка, это кровянка, по-моему. А, кровянка, да, точно. Мы сначала подумали, что печенка, потом что кровянка. Потом решили попробовать и вам рассказать. Наталья. Это не печенка и не кровянка, это ливерка. Это кровянка. Это такая нежная кровянка. Вот такая нежная кровянка, это так вкусно. Слушайте, обалдеть. Я никогда не видела, чтобы кровянку подавали. Это зажаренные в луке. Что-то я мало взяла. Где она? Где она? А, ты уже съела, я думаю. Сейчас я еще раз покажу. А ты не любишь кровянку, я знаю, да? Mm-mm. Ты просто я не люблю. Не ела вкусную. Это очень вкусно, реально. Значит, мы выбрали правильный отель. Угу. Ну, еще, конечно же, попробую оливье, а я уже вот как бы. Я сама еще не попробовала его. Я жду, чтобы впечатление не испортить. Поэтому я беру по чуть-чуть, потом подношу. А я что, не по чуть-чуть взяла? Все по чуть-чуть взяла. Еще не, ну ты молодец, просто ты взяла все по чуть-чуть, а я взяла чуть-чуть по чуть-чуть. Ну и все. Ну что, оливье хоть. Очень вкусный был в нашем отеле, в первом отеле в Польше, в апартменте, где были ступеньки, исчезали, появлялись. Как он назывался? Портал. Портал, да, он и был порталом реальным. Ну, ты знаешь. Вот хороших что-то подвел. Подожди, они сюда сыр добавили. Да? А зачем? Ну, это картошка, это сыр или оливье, яйцо? Я не могу понять. Значит, это не оливье, что-то... просто подобие оливье. Нет, ну это... Ну, мне почему-то кажется, что здесь сыр есть. И он вот как-то совсем здесь не... нет. Не играет, да? Не играет. Блин, а я чуть две ложки взяла, придется есть. Ну, ты ладно. Попробуешь, и ты мне скажешь. Что-то вот, вот я не могу понять. Вот, вот он не такой должен быть. Ну, вкусно, вкусно. Ну, еще попробовать. Еще я попробую еще капусточку цветную, капусту такую, томатики попробую. Ну все, я надеюсь, наши подписчики со вкусняшками сидят. Наталенька сидит, обжирается. Что еще попробуй? Да, много всего, слава богу. Вон народ уже подходит, кстати. Уже вот люди выходят, уже идут уже. Это там где? Классно отмаринованное. Она не такой сильный маринад, но чувствуется, что приправа какая-то потрясно сделана. Здесь так. Сразу убирают, молодцы. Так вот, вот сразу люди встали, сразу убирают. Быстренько, чтобы все было готово. Классная, цветная. По-моему, это куркума. А, ну да, такая, покрашенный цвет. Мы знаем, очень что спокойно. Это куркума точно. Очень спокойно, очень классно. Наталенька, чем мы тебе еще объездим? Моцарелла. Моцарелла. Я пробовала нормальные такие. Я с яичницей быстро проглотила, с хлебом хотела есть. Я не знаю, какая должна быть моцарелла. Моцарелла хорошая, приятная, соленая, не гадкая, не пересоленная. Да. О, грибы. Грибы тоже грибы. Можно испортить. Я понимаю, что можно испортить все, походу. Не испортили, смотрю. Ах, ты что, у тебя сегодня глаза вот такие были раз 7 уже, по-моему. Но если вкусно, посчитать. Потому что вкусно. То есть это, наверное, слушай, наверное, один из самых вкусных наших завтраков выходит. Знаешь, потому так? Что ты удивляешься, тебя сложно удивить. Единственное, что сказать, вот... Ну, вот оливье с сыром странно. Да, вареные яйца там есть под майонезом. Ага, ну это как вот холодные, да? Ну что, бурячок попробовать? А давай колбаску попробовать? Ну, конечно, давай колбаску. Подожди, я сосиски там, откусила, кусок там, сосиска нормальная. Сколько видов цели, там, мяса нарезки? Много, я взяла только два. Я взяла два вида, вот. Просто я уже... Сыра вчера мы поели сильно много. Отлично. Тоже отлично, не да? Жирное мясо. Просто как домашняя колбаса. Реально. Mm-hmm. Вот не знаю, свинина, по-моему. Реально свинина. Ну класс, что сказать вообще. Класс, супер. Повара здесь отлично. Ну то, тогда приступаем к завтраку. Сколько даем звезд? И покажем еще... Сколько даем наших звезд? Сладости покажем, еще звезд сколько. Ну, сейчас я поем, посмотрим, ну, сколько давай, звезд. Давай. Ну, пока все нравится, но на букинге 8,8, странно. Да? Вот я думала, что-то 9 чем-то, так 8,8, то есть, ну... Весь отель?
Весь отель, да. 8-8. Мне понравилось, где-то были порваны полотенца, где-то не было полотенца для ног. Вот за номер, видимо. Мы вчера зашли, все проверили, все есть. Мне понравилась эта женщина. Сначала итальянка кричала что-то, но она эмоционально была там. Такое было. А вот ночью, когда мы заснули, это, кажется, было еще полдесятого. Полдесятого вообще я проснулась. Да, ну, там такие было, там полячка там что-то выясняла отношения по телефону там. Маты были на польском. Было прикольно. В общем, отель веселый. Не, ну мы рекомендуем. Пока и номер, и смотрю расположение. Вообще, извините, вокзал за моей спиной. Вот, вокзал за моей спиной. Пока все очень даже нравится. Вот это здание, обрати внимание, как в Абу-Даби, где мы были. Высотка, видишь? Темная. Когда мы были в Котик-Ярде, ты имеешь в виду? Да, Котик-Ярде. Котик-Ярд тоже классный отель в Абу-Даби. Зачем ехать в Абу-Даби? Да здесь все есть. Наташа требует, чтобы сказала про оливье. Я еще не попробовала, сейчас попробую при вас. А ну. Да, я поняла про... Да, тут есть сыр, и он размягчает. И знаете, оливье должен хрустеть. Вот его фишка в том, что он хрустит. А сыр, как набрал, он как какой-то мягкий какой-то оливье. Но он вообще не гармонирует никак. Ну скажи, вот что-то не то вот, совсем. Не, горошек нормальный, огурчик хрустит. Да? А сыр так делает его... Ты как набрал, как будто, ну я не знаю, как... Ты же привык, что там картошка белая или яйца? Ну картошка есть, по-моему. И ты такой не понимаешь, что это вообще такое происходит. Да, и сыр чувствуется. Вот не хотела я сыра, да, сегодня, потому что белая сыра. Вот курочка, ешь сыр. Огурчик очень вкусный вообще, классный. Сырёный. Солёный, семечки вкусные. Маринованные, семечки вкусные. Пошли попробуй сейчас. Он автобусик за тобой. Нет, сыр тут не гармонирует никак точно. А скажи. Наверное, с прошлого раза остался много сыра. Сыра надо было его куда-то девать. Не бросайте сыр в оливье. Оно не играет. Это правильно папа слово сказал когда-то. Не играет. Паштет. Ой, я паштет еще не помню. Тает во рту. И у тебя тут мясо такое раз так и разлилось во рту. Классно. Вкусное. Вот я тебе рекомендовала кровянку попробовать. Она такая вкусная. Она такая нежная, что это, ну, это просто как для себя робила любимая. А ну давай, что ты сделаешь? Я кушинку, я по кусочку буквально взяла. Ой, да ладно. Все знают, что камера выключается, потом ты едешь, якобы наедаешься, да? Конечно. Да я вам секрет рассказываю. Хорошее мясо. Вчера его не хватало в поезде и в автобусе. В автобусе особенно. Соленоватая. А ты вот сейчас сделала, так я сразу поняла, что она соленая. Соленая, ну. Значит, долго хранится будет. Очень вкусно. Сок вообще вкусный. Натуральный, классный, мне нравится. Сейчас еще пойду за стаканчиком. Учимся, наверное, уже на сладостях. Всем приятного. Да, смотрите, у меня еще вот впереди вот это все. А я уже. Ромашка барствует. И кофе там есть, картонные стаканчики, то есть в многих отелях, в Эмиратах есть. Ты просто наливаешь кофе, идешь себе еще в номер, кайфуешь в номере. Так что возьмем еще с собой. У меня двойной эспрессо. Да, подтверждаю, что кофе ароматный и вкусный. Так, попробуем эту вот начинку чиа сегодня. Что это? Начинку? Такое? Начинка чиа. Не, это йогурт, наверное. Наверное, это йогурт. Попробуем. Это йогурт, но как... Творожное еще, что ли? Может быть. Прикольно. Угу. Как творожок мягкий такой, да? Детки бегут, берут его. Прикольно такой он. Что, не выскочить мне? На, попробуй. Сейчас обляпаюсь, нет? Да и на тайненький попробуй. Да, нормально, хватит. Ты там пару ложечек, и ты как бы это. Ну что, твое мнение? Творожки чья? Все правильно, это творожок, как детский творожок, мягкий. Вот эти чио, да? Чио. Но они распаренные, вкусненькие, и этот джем очень приятный, не кислый, не сладкий, не все в тему, очень, очень вкусная вещь. Так, дальше блинчик. Я так понимаю, извините, с начиночкой, наверное, карамельная, клубничная. А клубничная? А может вишневая? Клубничная. Клубничная? И як? Смачно? Да, но я просто клубнику не люблю. Давай ешь. Каленька, то хотела, тебе оставляю. Мне блинчики там вкусные. Но просто очень не люблю клубничную начинку. Боже. Ну,
Блинчик теплый, классный. Ты же хотела там не сильно мог, а я тебя оставлю. Ну, круассан, я надеюсь, что будет классный. Разбрасываем булочку. Потому что прям короли не ели. Если вы видели, мы показывали его и в видео, как мы на поезде ехали. Все равно в автобусе ролини ели, я просто была вся в этой пудре вишневой в ролине. Вся была в ролине. Ну, на автобусик опять поехал. Ты посмотри, как это, 146. Какой хрустящий. Вкусный? Он не только хрустящий должен быть, он должен быть масляный. Хрустящий-хрустящий, он должен быть вкусно-масляный. Я очень надеюсь, что я на тарелке оставлю блинчик, и она все-таки попробует один из тортиков. Да? Я честно уже... Я так наелась, что капец. Мне стыдно но очень. Тортик попробовать надо. Но я должна это все доесть. Да я ж показала, это ужасно. Ты такие две большие тарелки взяла. Ты реально взяла все. Я, наверное, уже все. Вот это я уже доедаю, неприлично выглядит. Но я уже все. Что-то стара стала, слабею. Не, завтра крутой. Классно. Вообще нравится. А там вот скажи мне, еды еще есть? Вот людей сколько подошло? Да, много? Да, есть, потому что докладывают. Людей я уже докладываю. Это, да. Ну так ты что, это же столько еще 8 нет, сколько сейчас? А, нет, 8. Уже 8. Ровно 8. Но вот эта концепция у них недоработанная, снимать вот эти вот крышки, ты держишь в руках, получается, да? Крышку, ну, нет. Ты крышку не держишь, ты крышку перекладываешь на соседнюю. И эту, ты закрываешь, да. Соседнюю, то есть тачу, сосиску, если тебе нужно яичницу, кто закрыл сосиску, кто хочет сосиску, уже не подойдет. Ну да, как-то не очень умно, да. Да, ладно. Ну вот это единственный минус, а так все очень классно. Давай, ромашка решилась. Ну что, друзья мои, мы поняли, что если мы не покажем вам хоть один тортик, это будет незаконченное видео, поэтому я взяла самый маленький кусочек, который я там нашла. Самый маленький, народ, это маленький кусочек, это кусище. Наташа тоже, кстати, он понравился. Не очень понравился. Что за прослойка там? Я думаю, это морковь. Мы так наели, чтобы вы понимали, что это вот уже вот подходит, уже глазки закрывает еда, но мы даже это... Да тебе надо совесть иметь, ты вообще ничего не ела. Шо-шо? Мягкий, я вот так вот просто его раз, и он... Ну, значит, пойдешь еще за вторым куском. Ты думаешь, это морковный? Я думаю, да. Но он по виду очень вот такой, знаешь, как... Вкус марципана, он растаял мне во рту просто. Марципана? Марципан это миндаль. Ну, вроде как марципан. Ребята, его жевать, знаете, классно, когда ты устал, его жевать нужно, его забрасываешь, он так раз. Да ты шо? А шо ж там еще есть, чернослив е? Нету? Да, Наташа просто вот. Ой, Наташа еще хлеб ест. Наташа. Ой, тут корица, ну, прикольный. Тут мускатный орех. Цебимбо. Боже, какой вкусный. Наташа, ну рассказывай, скажи, как мне он марципан. Подожди, есть. Подожди. Да, тут, наверное, и корица, и орех есть, и прослоечка шоколадная. Тут и какой-то вот такая, цитрина, и я такая... не могу понять, что это. Ну, может, цитринки, а не морковинки валяются? Может быть. Тортик балдёж. Вы знаете, я его съем. Это цукаты, ты думаешь? Знаете, я его съем. А ты мне не дашь? Вот. Ну, давай, хорошо. Слушай, я третий автобусик. Посмотри, как люди работают. Я все время снимаю, и автобусик едет. А подожди, а это уже другое, наверное, надо посмотреть. Ты посмотри, какая прелесть. В общем, тут сладости тоже классные. То есть, друзья мои, если вы едете до Вроцлава, этот отель, который с классной локацией, с классным расположением, я вам сейчас скажу, что от всех доста минут 10. Надеюсь, мы с вами еще посмотрим все. Я вообще ничего не знаю. Я приехала гномов искать. Я ничего не знаю. Ну все, ставьте лайки, пишите комменты. И в следующих видео уже, надеюсь, мы ищем с вами гномов.